Вадилью, Де Мартинш. Наброс, скидка. 3-7. Пожалуйста. 3-7. Прага, похоже, что не подпустит к себе ближе по счету Спартак. И опять Прага. Да, здесь момент очень интересно разобрать. Первый, к чему бы этот гол привел, наверное, оставили одного Мартинша здесь, Макаров. Сброс, и Джордан позицию здесь проигрывает. Они могут большую часть времени обороняться, а потом выйти в атаку и сразу забить. Но вот они почему-то не попадают в перекладину. Да, то есть им не нужно создавать большого количества моментов, чтобы забить.